Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. ТАСС сообщает о том, что Сбербанк проанализировал траты россиян на услуги ЖКХ за 9 месяцев текущего года. Самая высокая стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства сохраняется в Рязанской области, Чукотском, Еврейском автономных округах, а также в Камчатском крае. Жители регионов тратят на оплату услуг 13,1%, 12,7% и 12,6% от расходов на потребление соответственно. Быстрее всего расходы на коммунальные услуги растут в Белгородской и Кировской областях. По сравнению с 2018 годом жители стали платить на 17,5% и 15,6% больше. Рост выплат чаще всего связан с реформой в сфере утилизации отходов и изменением методологии в учете потребления энергии, следует из данных исследования. В десятку регионов по скорости подорожания ЖКХ также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область – 8,3%. В Москве скорость подорожания услуг составила 5,1%. Отмечается, что в 6 регионах зафиксировано снижение платежа. Пока у меня все еще больше интересных новостей из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!